Аэробайк. Вот такая игрушка. Себе придумал, сконструировал. То есть через педали на ремне. Тут сидит пилот. С педали на ремне передается крутящий момент. С педали на вал ремнями. Далее по этому тросику передается сюда на вал. Там внутри этой оси есть еще один резиновая передача, которая передает, соответственно, на лопасти. Лопасти в разную сторону вращаются. В воздухе за счет веса пилота, вес пилота, центр тяжести, соответственно, двигая рули влево-вправо, они жестко связаны с осью лопастей. Получается, что у нас плоскость вращения винтов то левее, то правее, вперед-назад, как удобно пилоту. И за счет этого этот аэробайк движется влево-вправо, вперед-назад. В реальности это, конечно, к сожалению, сделать нельзя. Человеку нужно 3 лошадиные силы заиметь, чтобы подняться в воздух за счет мускульной силы. Но как демонстрационная версия, захотелось мне сделать. Ну вот так. Все, конечно, хлипенькое. Отпечатано на 3D принтере MakerBot. Разработано в программе One2Free Design. Ну, в общем, работает.